Мы в Анапе. Давай скажем что-нибудь. Ты была тут? Вообще, где мы? Что? Первый раз на юге России. В Анапе, тут жарко, мы приехали из Питера в кофтах, в сапогах, в зимних, но я сейчас пока еще не разделась, но буду раздеваться уже на камеру. Фу, жарко. Мы видим первый раз. Вот оно. Мы к нему идем. Морюшка. Море. Черное. Все равно будем купаться, несмотря ни на что. Помнят всем реки, разве можно забыть небо, золотые реки. Русская, горячая, горячая. Горячая? Да, вкусная? Да, конечно, вкусненькая. Ай! Смотри, можно подойти, смотреть, что там. Классно. Что-то капает прям вообще. Сейчас я первый раз дотронусь до Черноморской воды. Важный момент. Такое, что тут собрались рядом с моим детем. А тут кладбище. Пивозок с колтоской. Пивозок с колтоской. Сидит. Это булочка с корицей. Скажи, я булочка с корицей, да? Это булочка с корицей. Наша родина СССР. -15. 15 градусов, никто не купается. По местным меркам это зима, но нас это не волнует. Вот, в общем, мы будем купаться и плавать. Вот море, мы к нему идем. Спускаемся. Морюшка, которое хотим окунуться сейчас. Я с этой заколкой еще.
Такая вся в тени, первый опыт купания. Идем на рынок. Сейчас будет влог с рынка. Будешь брать? Да, наверное, но хотя такой розовый какой-то. Мне больше вот такой нравится. Это специальная обувь, чтобы ходить по камням, по гальке. Не-не-не, это папки уже. Это уже тапочки, мам. Это не то. Что я купила на рынке? Специи, Черное море, в подарок редис, кукурузу, хурму двух видов, мандарины, лимон, кизил, лавровый лист, очень классный, можно вешать вот такой вот на ниточке, и перец такой и острый, unpacking, и еще старую книгу, не знаю зачем. Загораем в минус 100 градусов. Вот как холодно, сразу видно. Белорусь моя, 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 Белор